Здравствуйте, слово бронирования, сауна-отель. Меня зовут Надира, чем могу помочь? Да, Светлана, добрый вам вечер. Это водная стихия, да? Ну, это в колл-центр. Мы сотрудничаем с водной стихией на Емельянова. Да, Слушаю вас. Емельянова, 13, да, правильно? Да, пожалуйста. Да, все верно. Ой, я не знаю, куда там правильно набрать, чтобы... Я вот был у вас сейчас, ну, в сауне, там отдыхали мы с ребятами, девчатами. Вот это самое, я вас, ну, я не знаю, как сказать, я вот, ну, на выходе из сауны насрал. Простите, Стыдно. а вы когда отдыхали? Да вот, недавно насрал там. Ну, Да. я простите, а как когда вы отдыхали? В какое время? Да вот, где-то минут 40 назад я. А на чье имя бронировали? На честь Александра, Александра. Я вас слушаю. Можно сказать там ресепшену, там, не знаю, чтобы они убрали, то там клиенты за нами, а я прям, ну, в басы. Мне стыдно, я не знаю, я человек пожилой и насрал вам в бассейн, поймите меня. Хорошо, мы администратору скажем. Спасибо большое, Скажите, что да, вот где позвонили. большой синий бассейн, прям такой длинный вот. Хорошо, мы скажем. Всего доброго, до Вы свидания. меня Спасибо, что... простите, Светлана, скажите там, насрал туда. Хорошо, я вас услышала. Всего доброго, до Вас свидания. как зовут, хоть запомнить вас, добрый человек. Светлана меня зовут. А, Светочка, да, я вот как раз вас помню, я звонил, забронировал когда. Я вот там в бассейне насрал, еще в Я вас сауне прям. услышала. Хорошо, спасибо, что позвонили. Сейчас Да. мы скажем администратору. На Извините, все. стене, вот там на стене еще прям, где ручка, насрал. Хорошо, до свидания. До свидания, Света. Я просто фотку открыл этой сауны. Я представляю, Алло. Алло, добрый вам вечер еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Здравствуйте, Светлана. Узнали, да? Это сауна, это Да, да. баня. Вы куда звоните? Да. Я вам звонил еще, мы с Сергеем бронировали вот у вас. Были недавно, вот вышли. Да. Когда вы бронировали и когда вы хотите забронировать? Да не, я вот был у вас тут, мы с девчонками были. Я просто звоню вас предупредить, я вот был у вас, насрал на кровать. Что? Извините, стыдно, я насрал. Дяденька, вы, наверное, больной на голову. Не звоните сюда, Да ради я Бога. насрал на кровати у вас. Я выходил, стыдно было сказать. Я представляю, как я здесь насрал. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот у вас в сауне на Восстание, да, был только что. Ромовой переулок. Но... Ну, и что? Я вот выходил когда, забыл сказать вам. Я у вас так расслабился, что я вам насрал в бильярд. Ну, Что? так спасибо. Так нет, я что, убирайте, а то сейчас там клиенты еще, а я прям по центру ебану. Ну, так молодец. Молодец ты, молодец, а воняет там, походу, пиздец. Ну, так я тебя поздравляю. Так а кто убирать-то будет, насрал по центру? Ну, так сам и приди, убери. Да не, я уже уехал, я вообще не местный. Ага.
Иди убирай. Может, я сожрать заставить? Иди убери, то воняет там прям вместо шаров. Вот сюда напудюрил. Сауна «Песчаный грот». Да, здравствуйте, Светлана. Извините за беспокойство. Был это... Я не Светлана. А кто? Это кто? Я Елена. А, Леночка, добрый вечер. Я это самое... У вас забыл свой аппарат там. Дилда. Какой аппарат? Дилда черный. Здоровый там стоял. Так, не могу понять. Какой аппарат? В бане? У меня аппаратов нету. Да, да. Вы же в бане звоните? В бане у вас забыл. Вот были недавно у вас там. Это самое. Я запрятал, на бойлер положил дилду. Забыл забрать. Резиновый писюн фалос. Забыл забрать с Сережкой. Да. На Пискаревку вы звоните, правильно? Да, да, да. Вот были. А в каком отделении? С круглым бассейном или с прямоугольным? С прямоугольным, там, где вот эти еще голубые, вот эти вот с плиточки, ага. Там душевая. Сейчас там... посмотрю. Да, вот прям на бойлере на белом сверху мой лежит красавец. Сейчас я пойду посмотрю. Да, да, спасибо. Сейчас я пойду. Сейчас, секунду. Ага. Смотри. Вот там, видишь, сверху. Алло. Да, да. Так, что вы забыли? Да, этот свой аппарат. Фалос. Фалос черный. На бойлере у вас. Нет, нету. Точно нету? Нет. Вы хорошо там рукой посыпали за это самое? Он здоровый там, 40 сантиметров. Нет, нет. Не, вы хорошенько посмотрели, не надо мне там. Я хорошо посмотрела, вы перезвоните мне, сейчас себе, некогда. Да, себе забрали, да, сами будете баловаться. Я вот это вот не люблю. Вот. Да. Да, 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 да. Вот там, зараза, вон он, вот тут вот лежит мой красавец. Он прямо тут кончик, а вот тут все яички висят. Добро пожаловать в сеть банных комплексов «Ботининские бани». Ух, как вам будет у нас... Добрый день, сеть «Ботининских бань», я зовут Ольга. А, добрый вечер, Светлана, рад вас слышать. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Антон Павлович, я у вас частый гость, наверное, может, помните, не помните. Я не Светлана, Я Ольга, я, может быть, да, вы меня перепутали с кем-то. Да, да, я понял. Я вас не слышу. Значит, смотрите, я вот был у вас сегодня, да? Угу. Недавно был. Угу. Я вот, извините, конечно, что я сейчас вот это вот скажу вам, вы уж не судите меня. Я пенсионер. Угу. Я... совершил злодеяние. Я насрал в бассейн. Господи, боже, что вы кругом дебила, а? Да. Вот сюда прям дедушка напудюрил мастха. Здравствуйте. Вот. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам. Я хочу бойс. Спасибо большое. Бойс. Я хочу бойс. Алло, здравствуйте. Утро, блин. Да, да, здравствуйте. Это диджей Миша. Что там сегодня у нас? Как там? Активно?
пассивное движение в клубе. Сегодня зажигаю. Я зажигаю сегодня танцпол. Вот сколько там людей? Много. Это да, это я. Узнали? Да, это Миша, диджей Миша. Да, да. Что там, нормально? Да, есть что там, кого подвигать. Я вас понял. Я вас понял. Это Андрюша, да? Какой еще Андрюша? А кто, с кем я разговариваю? С кем надо? Я понял. Я сейчас приеду, поговорю, ты мне, блядь, поговори там еще. Это диджей Миша. Давайте, я известный человек здесь, главный в клубе. Давайте, отец. Я сейчас, что ты это? Ус, сука. Да, 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 да. Давно, дамы, Сергей, здравствуйте. А Сережа, здравствуй, родной. Это диджей Боб. Что там у нас сегодня? Как, активно? Алло. Да, да, это я, диджей Миша. Что, я сегодня выступаю? Нет. Алло.